Добрый день, меня зовут Андрей Афонин, я мастер спорта России по боксу, общественный деятель, директор военно-патриотического спортивного клуба «Курский рубеж». Брат привел меня в спорт, так и пошло. Я вообще футболом вначале занимался, потом начал заниматься боксом, впоследствии еще присоединились ко мне дзюдо. И в 14 лет я уже принял решение, что именно бокс мой вид спорта, так и ушел с бокс. Наверное, пошел бы в армию. Вот у меня в детстве была такая мечта, и в принципе я рос на фильмах военных. Это было интересно достаточно, тактика, вот, какие-то элитные войска всегда. Интересно было тогда слышать про спецназ или ВДВ, это было интересно. Ну, чтобы я попробовал в своей жизни так, эти войска, наверное, в это бы и пришел. Но, в принципе, там мужчина себя формирует, если ты не принимаешь каких-то решений, за что впоследствии несешь ответственность. То есть ты слишком медленно растешь как мужчина, как мне кажется. Вот. Поэтому такие острые перемены в жизни обязательно необходимы мужчине. Спортивного достижения нет, а вот спортивный путь меня изменил достаточно. Это режим, это постоянные нагрузки, знаете, преодоление каких-то граней, рубежей. Это достаточно интересный путь. Ну, спортсмен начинает понимать, что такое родина, когда начинает выступать на международной арене. Насколько сам один парень, один спортсмен представляет целую родину, целый народ. Когда приезжаешь за границу и видишь отношения, как люди изучают по тебе твою страну и твой народ, хочется жить более правильным. Когда ты возвращаешься обратно на родину, ты начинаешь изучать историю, ты начинаешь изучать историю не только России, но и своего края, в принципе, традиции своего народа, для того, чтобы знать нюансы. А когда начинаешь познавать все это, начинаешь понимать богатство своего народа. Вот. И здесь у тебя уже появляется больше патриотизма и героизма, чтобы отстаивать это на каких-то международных аренах. Ну, труда это 99,9, а все остальное это, наверное, везение. Практически его не бывает на большом уровне спорта, потому что там оппоненты уже выходят такого формата, который, ну, тяжело чем-то удивить неподготовленным. Вот это выносливость необходима. И уровень тактики, техники. Это целые годы подготовки, целая командная работа. До того, как выйти в ринг, нужно пройти колоссальное количество сборов и разных сборов. Причем любительский вид спорта гораздо тяжелее, чем профессиональный, в связи с тем, что на турнире встречаются различные соперники разного роста, разного стиля, разной выносливости. И поединков может быть 5. Вот, за соревнования, когда в профессионалах это всего один, и ты готовишься конкретно под одного соперника. Конечно, и в любительском спорте ребят не так много, чтобы каждый раз попадались разные. На большом уровне в основном выходят одни и те же, и в свободное время, когда находишься дома, ты начинаешь подготовку именно под них. Дисциплина, самоконтроль – это не только спортивному успеху, а к жизни. Сосредотачиваться на поставленной задаче. Ну, во-первых, ее нужно правильно ставить, поставленную задачу, а потом на ней сосредотачиваться. Не только там час или два или полдня, а большой промежуток времени, не теряя. И как только достигаешь этой цели, уже должна быть поставлена новая задача для того, чтобы ее выполнять. Иначе будет спад. Ну, это также и в жизни, также в спорте, в общественных каких-то мероприятиях, которые проводим, или в общественной жизни, социальной жизни. Если мы не будем ставить цели и плодотворно к ним идти, сосредоточены на них, мы будем рассеяны, и результата не будет такового. Все люди должны также, нужно заставить задачу, книжку прочитать, вот ребенку в школе, вот, и плодотворно ее выполнить. Ну, то спать хочется ему, у меня дети, допустим, начинают там вредничать, ну, у всех так, то они засыпают. Некоторые взрослые книжку не могут прочитать, потому что в сон клонит. Это тоже говорит о том, что долгое время не могут концентрироваться. Здесь ты, когда читаешь, ты еще должен анализировать, да, то, что ты прочел, для чего тебе это нужно, как-то это проводить параллель своей жизни или в будущем, чем тебе это может пригодиться. Так и в спорте. Я и мои друзья. У нас есть целая команда. В жизни те люди, которые мне давали пример. Вот, и у них тоже были клубы. Они тоже заботились
значит, о молодежи. Наверное, да. Моя идея возникла от того, что я хочу заботиться о наших потомках, о наших будущих друзей, семьях, наших детей, вот, внуков, о сильной России, о том, что я сам внутри переживаю. Мне хотелось бы поделиться это с ребятами, научить их правильно подходить к делу, бороться с трудностями в жизни, да и в спорте, ну, во всех направленностях. В общем, дарить тот опыт, который я приобрел. Но более того, то есть мы подбираем, и я стараюсь подбирать тех людей, которые прошли достаточно большой и такой сложный отрезок жизни, достигли каких-то результатов в той или иной деятельности. Мы развиваем, хочу подчеркнуть, Курский рубеж развивает не только боксерский зал, в принципе, и другие виды спорта, и также патриотическое, традиционное воспитание. Вот, мы будем помогать ребятам и попадать в хорошие части, полки, чтобы они служили на славу Родины и возвращались к нам уже готовыми ребятами, которые могут принимать решения, занимать большие посты в своих направленностях. Пусть это будут военные или какие-то муниципальные учреждения, в любой своей направленности, даже если он будет музыкант, вот, он будет принимать правильное решение. И вот именно это сподвигло открыть клуб, посоветовался с товарищами, с друзьями, в принципе, поддержали. Вот. Потихонечку начали. Открыли первый зал бокса в связи с тем, что знаю, что такое бокс, и все мои друзья в основном боксеры. Вот поэтому развивать то, что ты понимаешь, гораздо проще. А все остальное уже по накатанной зайдет, и мы сможем это, я думаю, осилить и другие виды спорта. Тем более и дружба есть среди других видов спорта, и среди борцов, и среди самбистов. Я имею в виду и боевое самбо, и такая дисциплина, как дзюдо. Ну, в общем, единоборство в основном. Даже среди командных видов спорта есть друзья, которые готовы включаться в Курский рубеж, развивать данное направление. Почему? Потому что, ну, наверное, сегодня пришло время, чтобы мы становились сильнее, и наш город процветал и гремел не только на наших аренах на федеральном уровне, а именно и на мировом уровне. Да, для этого нужна дисциплина, вот, нужно слушать тренера, ну, конечно, нам нужна справка, для того, чтобы мы как бы гуманно подходим к этому направлению, и не каждый сегодня готов зайти и начать работать на том же уровне, которым уровне работают ребята в зале. Поэтому у него должна быть соответствующая физическая форма. Ему нужно пройти медкомиссию, там, значит, справочку взять у врача и прийти к тренеру. Уже индивидуально посмотрят, уже подойдут. У нас не только, кстати, значит, как привыкли говорить, там, кулаками машут, да, у нас и такой душевный подход индивидуальности. У нас всегда идут разговоры, у нас собрания частые и до тренировки, и после тренировки, и во время каникул. Если вдруг там тренер их отпустил после турнира на 3-4 дня отдохнуть, у нас может быть собрание. И мы можем поучаствовать, к примеру, в общественном каком-то мероприятии. Вот, или в благотворительном мероприятии, где ребята придут и помогут тем, кому это нужно. Связано, конечно, с Курским рубежом. Вот. Верю, что данный проект будет развиваться с большими темпами. Вот. И, как вы знаете, мне приятно это отметить, что и глава нашего города, губернатор Роман Владимирович, он поддерживает такие проекты. Вот. И в данном случае наш поддержал проект. Я думаю, что этот проект мы будем развивать с большим усилием и дальше. Как я уже и сказал, мы будем развивать Курский рубеж и в другие виды спорта. Более того, сегодня мы уже ведем переговоры с несколькими регионами для того, чтобы там были тоже открыты залы рубежей и работали по одному и тому же уставу. Это очень интересно, и взаимодействие межрегионов даст большие плоды. И гораздо больше, чем в одном районе или в одном регионе. Мы, конечно, собираемся проводить, чтобы тоже хотелось отметить, проводить и мероприятия, связанные не только с боксом или спортивными состязаниями, но и с патриотическими воспитанием и дисциплинами военными, ну, чтобы ребята
проходили полосу препятствий, чтобы ребята умели обращаться с оружием, понимали, что такое тактика боя. Это очень важно. На этом фоне, наверное, во второй половине осени мы планируем провести турнир, большой турнир, где будут участники, наверное, даже члены сборной команды России по боксу, мастера международных классов, может быть, даже и заслуженные, чтобы были яркие бои, и каждый бой был захватывающий. Бокс, вообще говорят, очень похож на жизнь. Вот. И когда ты смотришь, как проходит поединок, вот, это интересно. Порой один выигрывает, потом начинает сразу проигрывать, второй, третий подхватывает. Ну, в общем, интересно, это как и в жизни. Вроде все хорошо, а потом раз, так тяжеловато. Надо этот момент перетерпеть, и потом все становится снова хорошо. Вот. Поэтому внимательно за этим, за боксом нужно следить. Каждая секунда может стоить целой карьеры. Ну, как и все перевожу к жизни, да, то есть нужно всегда быть начеку, всегда с дисциплиной. И нашу уже дисциплину и наш подход к делу, правильная расстановка целей уже проявляется у спортсменов. Это проявление на ринге, на спортивных пьедесталах, в жизни у людей это проявление, ну, в своей сфере деятельности. Вот, или как сейчас на линии фронта. Да. Все ребята, которые правильно изучали, наверное, тактику, были внимательны к своим инструкторам, более, наверное, четко понимают. С этим и будет связано дальнейшее наше движение, проведение мероприятий, привлечение гораздо больше детей. У нас все бесплатно, я этого не отметил. Это очень важно, потому что даже более того, мы будем помогать, если ребенок будет, значит, выделяться, будет показывать какие-то результаты, мы будем обязательно помогать, поступать в институты, в школу и следить за тем, чтобы ребята там хорошо учились, тем самым помогая нашим учителям. Такое бывает. Проблематично для учителей найти к ребятам подход. Что касаемо зала, у нас здесь такой уверенный подход, нас слышат ребята при правильной дисциплине и кнута и пряника. В общем, ребенок начинает работать, в принципе, человек начинает правильно работать, соответствовать обществу. Куда бы ты его ни дел, то есть общество должно быть сильным. Если это слабое, ребенок будет становиться слабее. Поэтому нужно отдавать в сильное общество, в сильные клубы, где будет ребенок становиться сильнее. Ни в коем случае нельзя жалеть. Вот. Это, наверное, обращение к родителям, те, которые хотят, чтобы их ребенок достиг чего-то в жизни. И даже если он не собирается быть спортсменом, я бы хотел тоже здесь отметить, а если он собирается быть, ну, к примеру, ученым, да, и, ну, от черного к белому бежим, то в любом случае ему нужен стержень. Научиться преодолевать трудности. Трудности бывают огромные, бывают трудности и в науке. Вот. А трудности преодолевать ребенок, ну, в школе не научится досконально и быстро. А в спортивных залах, закаляя свое тело, он это сможет сделать. Поэтому милости просим, ждем вас. А у меня его, наверное, нет. А когда крайне оно бывает, мало свободное время, я стараюсь быть семьей. Вот иногда даже хватает сил куда-то поехать. Ну, в принципе, я люблю что-то изучать новое. Вот, а так мне достаточно там просто, чтобы ребята, мои дети, повеселились, посмеялись, а мне понаблюдать за ними приятно. Вот как-то так. Ну, по-разному. Бывает, на море ездим. Ну, как все, наверное. Вот так. Электронные книги не люблю, хотя от безвыходности можно и читать их. А настоящие книги читать — это гораздо приятнее. Какая-то душа, что ли, переносится от читателя, точнее, от писателя. Ну, знаете, я сравнивал это с тем, как человек пишет смс-ку или пишет письмо. Это разные. Душа передается с письмом. И здесь как-то книга, что ли, частичку передает подачи данного описания. Наверное, может быть, это просто мне так нравится. Что я люблю читать? Все, что обучает в той или другой сфере. Вот, ну, за все можно взяться. Конечно, сложные науки тяжело читать, что с цифрами связано. Вот, нужно понимать то, что ты читаешь. А то, что связано с психологией, философией, историей, это достаточно интересно, что окружает, в принципе, наш мир каждый день. Вот, и когда это читаешь, или вспоминаешь прошлое, или уже планируешь, как это применить в будущем. Наверное, так.
никогда не сдаваться, прорвемся. Так и скажу свой девиз: никогда не сдаваться и быть первым.